Алексей Дегтярев – воспитанник физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец». Занимается плаванием с самого детства. В 2015 году начался его спортивный путь. И с тех пор медали привозит почти с каждых соревнований. Недавно одинцовский пловец одержал победу на чемпионате Европы в Италии. Много приехало участников, было 15 стран, и из Америки еще приезжали ребята. Вот. Пловцов было где-то человек 90, наверное. Вот. Ну вот, заявились на 8 программ, 8 дистанций. Вот. Лех, стали чемпионами Европы на 200 метров кроль. Для достижения спортивных целей Алексей отдает все свои силы на тренировках. Плавает по два раза в день, а еще занимается на стадионе. Бегает, прыгает в длину, постоянно поддерживает физическую форму. В свои 16 лет пловец точно знает, что упорство – важное качество для спортсмена. В копилке юного чемпиона награды не только всероссийских, но и международных соревнований. И даже несколько рекордов. Взаимопонимание, любовь и поддержка. Своим примером семья Дегтяревых показывает, что особенные люди могут жить полноценной жизнью. У нас в следующем октябре, с 15 по 22 октября в Португалии чемпионат мира. Для нас он первый. Вот. И так как у нас португальцы самые такие соперники были на этом чемпионате, вот. А чемпионат будет в Португалии. Ну, мы готовимся. Там будет видно. Только победа и первые места. Такой настрой дал себе Алексей на будущее. Впереди еще много планов и целей, к которым он идет вполне уверенно. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».